для любящих Бога всею душою, брань с дьяволом то же, что и ничто. А для любящих мир она трудна и невыносима. Преподобный Ефрем Сирин. Кто хранит и исполняет слова Божии как должник, тот познал Бога. Преподобный Авва Исаия. Если кто думает, что он причастен и всем добродетелям, но не потерпит до конца, то не избежит сетей дьявольских и не будет управлен к достижению Царства Небесного. Ибо те, которые уже здесь получили обручение жизни вечной, имеют нужду в терпении, чтобы воспринять в будущем совершенную награду. Священномученик Петр Дамаскин.